Привет, ребят. Меня иногда спрашивают, почему нерегулярные эфиры? Почему вы не рассказываете то, о чем рассказываете в марафонах? Почему вы не рассказываете какие-то те вещи, о которых вы вроде бы заикнулись, но дальше разговор не клеится? Где это? Как это? На этот счет у меня, конечно же, есть моя отдушина. Моя отдушина – это мой закрытый клуб LiveRoom. Да-да, это про него. Как раз в этом клубе, когда у меня возникают какие-то новые веяния, какие-то новые осознания, какие-то новые моменты, которые я еще не могу полностью скомпоновать, но понимаю, что они точно есть, именно там с ребятами я делюсь своими первыми впечатлениями, именно там с ребятами мы разговариваем на очень каверзные, интимные вещи, именно там с ребятами мы говорим о таких вещах, о которых я не говорю нигде. И да, эти эфиры, они не будут нигде, кроме как в этом клубе. Если вы хотите участвовать именно в моих первых осознаниях, если вы хотите задавать те вопросы, о которых в других местах это не очень комфортно и не всегда это уместно, то тогда присоединяйся в закрытый клуб LiveRoom. И там мы будем разговаривать обо всем.